Как показывает история, с Россией все будет хорошо. Ну, в смысле, лучше уже не будет. Действительно, сейчас стало страшно жить, потому что все пугают кризисом, все пугают различными санкциями. Мы находимся на пути некого возрождения, и автоматически это влечет за собой трудности. Если Россия погибнет, то значит погибнет и вся планета. Она принимает на себе все удары и все новшества, понимаете? Я хочу, чтобы мои дети росли здесь. Русские люди, они сами по себе выносливые. Вот, мне кажется, самые выносливые, они могут жить в абсолютно любых условиях. Я никуда не уеду, я буду поддерживать нашу страну. Гибель Российской Федерации не грозит. Будущее России хотелось бы видеть, конечно, в сильной стране, в сильной державе, в сильных национальных деятелях. Великие мыслители, великие писатели, великие композиторы, великие художники. Нам есть чем гордиться. Я вижу будущее России только светлым. Потому что я живу в этой стране, я патриот. На сегодняшний день я фанатка нашего президента. Вот я ему очень верю. У меня такого никогда не было. Вот со мной такого никогда не происходило. И я очень верю в то, что у нашей России, у моей родины, все будет хорошо. Я уверена в этом. Я знаю, что по-другому быть не может. Обратного пути нет. Россия стояла и стоять будет, пока крутится наша земля.